22 июня в Большом Крюлевском дворце состоялся прием в честь Валерия Быковского и Валентины Терешковой, новых героев космоса. Председатель Президиума Верховного Совета СССР товарищ Брежнев огласил указы Президиума Верховного Совета СССР о присвоении Быковскому и Терешковой звания Героя Советского Союза и летчик-космонавт СССР. Леонид Ильич Брежнев сердечно поздравил героев с высокой наградой Родины и пожелал им здоровья, новых успехов и личного счастья. Присутствующие на приеме горячо приветствовали отважных покорителей космоса.